Японцы – это такие люди, у которых узкие глаза. Этих людей очень сложно понять. Они любят, чтобы у него все было по 110 стульев, все по 110. Но они чуть-чуть глупые. Можно на голове перо нести. Это 110 должно быть 110. Потому что 111 – это очень много. А 110 – это очень чуть-чуть. И правда, теперь такое число. Они большие должны целый день это делать.